Всем привет, с вами Шандрей, и сегодня я делаю новую рубрику под названием... Общественное телевидение Волгограда представляет. Андрейка, чат. Сегодня мы поговорим об очень важном случае. Недооцененные артисты вроде меня. Ну, меня, конечно, ни разу недооценивали. Я недооцениваю артистов. Или мультики, такие же, как Барби, Винкс. Ну, я же мальчик. Ну, поняли. Короче, дальше тема. Это снова Андрей Качат. И дальше тема у нас это... Это кое-что по... По мистике. Итак... я буду только обсуждать мистические мультфильмы, потому что я больше всего уважаю мультфильмы. Я люблю только время приключений. Ну не, Спанч Бобом тут не пахнет. Один раз мой брат под названием Андрей Кочервонцев принес мне какую-то флешку. Флешка была непростая. Ну, такого. Ничего на ней не было, в принципе, я считал. Я так считал. Но перед тем, как... Как он поставил эту флешку, я увидел время приключений. И это меня очень даже трахнуло. Если хотите посмотреть время приключений, то зайдите в мои плейлисты на моем канале и посмотрите. Ну, короче, зайдите в плейлист под названием «Понравившийся» и... И смотрите там мой сезон, нет, не мой сезон, а второй сезон, который мне не понравился, вроде. Это сезон. Просто забейте наверху в этом поисковике время приключений. Вот этот значок. Вот этот. Не ошибитесь. Да не этот. Этот. Покуськи.